10 лет исследований и 32 миллиона долларов. Столько потребовалось канадской компании, чтобы разработать новую версию очков дополненной реальности. Они позволят видеть людям с ослабленным зрением или же тем, кто стал слепым. Это третье поколение очков. В дисплее есть камера, которая снимает все окружающее в реальном времени. Там очень мощный процессор, который обрабатывает видео и посылает его на 2ЖК-дисплея повышенной четкости. Устройство помогает улучшить зрительное восприятие окружающего мира в 24 раза. Это почти вдвое больше, чем в предыдущих версиях очков. В набор включен пульт, при помощи которого можно настраивать яркость и контраст. Ивона Феликс раньше была художницей. Сегодня она активно продвигает изобретение компании. Без устройства у меня в центре слепое пятно. Оно занимает 98% моей зоны видимости. Это означает, что в центре я ничего не вижу. По бокам периферийным зрением я могу увидеть движение, могу увидеть форму. Если предмет на расстоянии 90-120 сантиметров. Детали рассмотреть я не могу, не могу определить расстояние. Очки помогли ей впервые увидеть своих самых близких людей. Я помню, когда я в первый раз их надела и посмотрела вверх, то увидела своего мужа, который держал на руках нашего двухмесячного сына, а пятилетний сын прыгал туда-сюда. Муж спросил: «Ты видишь?» Я сказала: «Да». Я видела их лица. Этого я никогда не забуду. В компании говорят, хотят сделать устройство доступным по цене. Стоимость по сравнению с предыдущими версиями удалось снизить на $5000. Однако сумма, которую придется заплатить за штуку, по-прежнему довольно высокая и составляет $10000.